Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую поделку вместе с пластилином. Картина из пластилина. Такая осенняя, да? Картина, ежик такой. Прикольно. Значит, нам понадобится голубой лист бумаги вот такой вот. Один раз не ссылку, что у меня попал. Сам не просил. А, и стыки возьму. Стыки старые. По-моему, забыл взять. Точнее, новые, так сказать. Поэтому я возьму. Которые у меня в чехольчике. Вы их примерно видели. Так, часто приходят. Так. Значит, лист кладем. Вот так. Наверное, или... Сейчас подумаю. Да, вот так. Начинаем делать. Я пускаю камеру. Смотрите. Значит, для начала я сделаю тропинку. Вот эти вот листики я, наверное, делать не буду. А вот эти вот оранжевые, я имею в виду про вот эти вот. А вот эти оранжевые я сделаю. Значит, оранжевый. Угу. Делаем из него кусочки. Но я, наверное, сделаю не полностью такую дорожку, а сколько там у меня будет в камешке там серым. Бежу. Сколько-то там еще в чем-то. Например, если у нас нету серого, то можете взять бежевый. Для камней. Или коричневый. Вот здесь вот, значит, у меня будет дерево. Давайте дерево сделаем. Я вот пока сделал один листочек. У нас будут листочки примерно такие. Или будут, как на картинке, там, последние вот эти вот кончики там как-то заделываются. Здесь нарисовано дерево, что оно вот как-то вот так вот уже висит, а я сделал постепенно вот так. То есть мы берем коричневый цвет, раскатываем ствол дерева. Я сделаю сначала обложу немного коричневым. У меня будет вот так. А потом я сделаю еще такие маленькие трубочки. Вот если вы присматривались, например, к большому дереву внимательно, то там могло быть, что такие как штучки от самого ствола, корни так в землю, которые вкопаны. Вот я их буду делать сейчас. У меня не будет вот так вот стоять, не думайте, у меня будет все вот так лежать, как на картинке. А если у меня вот так вот будет лежать, то оно, возможно, даже и не сделать. Так что можно было бы, даже, может быть, было бы прикольно. Вот. Значит, мы вставляем вот так вот ствол на бумагу. Я передумал делать корни. Так, подумал, что они смогут тут. Просто они будут как-то болтаться. Очень некрасиво.
Ствол у нас будет, я так понимаю, большой очень. То есть он у меня будет где-нибудь вот до сюда. Вот. Теперь я уже буду делать ветки. Они у меня будут в разные стороны. Сначала я сделаю в эту сторону. Так. Они у меня будут довольно-таки большие. С этой стороны. Смотри, хочу сделать тоже. Вот. Какое-то дерево. На картинке оно изначально два клона, а у меня нет. Теперь буду все-таки делать дорожку. Здесь я хочу подзасыпать какими-нибудь вот либо камушками, либо какими-нибудь листиками. Так что я сделаю вот так. Просто оторву оранжевый. Сделаю такой, так сказать, кругляшок. Ну, не кругляшок, а полукруг. Из сосиски. То есть сначала я слеплю колбаску, потом я ее загну вот так. Сейчас покажу. Вот так. Как наушники. Потом я ее прикрепляю к дереву и немного зажимаю, чтобы она была плотно отделана. Ну, а там как подзасыпано так немного. Здесь вот листик валяется. Можно даже нарисовать, что этот листик вот летит, когда ветром. Так. Тогда уж если там летит ветром, то еще можно, чтобы было понятнее, сделать такими белыми такими. Линиями, так сказать. Ну, типа, как, ну, короче, можно уже так изобразить, что ветер. Знаю, как объяснить. Немного эти линии.
Вот. Также прикреплю листики к дереву. Вот. Теперь я сделаю листья на дороге. Так вот, я делаю листики, тропинку. Я ее, наверное, буду долго делать. Поэтому я пока молчу. Ничего не будет. Как я и говорил, я не буду всю дорогу делать, поэтому я сколько-то сделал. Сейчас сделаю какой-то перерыв, что у меня будут камни, потом опять немножечко делать. И все. Сейчас сделаю камни, сберу. Примерно столько надо взять, насколько трудный.
И делать. Теперь я нарисую столько, я сделаю камни, просто налепил прямоугольники. Теперь я, чтобы добавить камни, сделаю такие, как три клеточки ножом столько. Есть нужно ставить нож. И ну, так вот делаешь клеточки. Сначала линии, потом клетки. Теперь я еще листики сделаю. Я сделал разные листья, он сделал уже некоторые кленовые. Или какие-то, по-моему, клены, которые вот как золотые нижние самые. Как короны такие. Так, теперь я сделаю просто обычный тротуар. Что-то у меня еще будет просто, без листьев, тропиночка. Тоже несколько прямоугольников.
Я все равно тротуаром, я еще сделаю пару листиков, так подумаю. Ну, например, 5. Теперь мне надо сделать облаки. Мы уже почти завершили нашу картину. Нам осталось сделать ежика с яблочком и облако. Два облака или три. Я специально взял такой из бумаги, чтобы у меня было типа как небо, чтобы мне самому еще с пластилиной не делать небо. Я, например, мог бы взять какой-нибудь оранжевый цвет, типа там уже листики есть, их как-нибудь просто карандашом нарисовать. Но мне надо было бы небо как-нибудь придумать, как делать. У нас же больше уроки лепки, а не рисования, поэтому специально взял синий. Одно облако. И второе. И теперь ежика. Ежика мы сделаем так. Мне надо будет где-нибудь серый, блин, взять. Мало. Я даже бы сказала, что немало. А в этой комнате, по-моему, нет. Сейчас посмотрю на всякий случай. Вот здесь пластилин. Мне повезло. Значит, дальше доделаем вот такой вот. Например, кусочек серого нам хватит. Так, я его именно серый клубочек разрушил так, чтобы он был потоньше. Нам надо не супер тонким, но потоньше. Теперь я сейчас можем сделать иголочки. Просто надо очень много раз сделать по-русски. Вообще даже надо сделать ножом поострее, но он у меня где-то не было. Теперь на спинку яблочко. Яблочко у нас будет красного цвета. Такое. Яблочко такое кругленькое.
Ручка. Нам нужен будет вот такой кружочек. Вам все понятно? Ребят, есть вопросы? Вот он здесь и по такой листиковой тропинке ёж. Такой смешной ключик. Так, ну что, теперь будем делать самые последние два элемента. Первое нам надо сделать лицо уже. Второй элемент нам надо сделать грибочки. Вот здесь. Яблочко я уже сделал. У меня пока получается вот так. Значит, лицо немножко я сделала таким цветом. Светло-коричневым. Так, ну что? Я сделала. У меня получилась вот такая поделка.
Как вы думаете, может быть, мне еще что-нибудь в середину листа добавить? А то у меня здесь снизу есть, сверху есть. Все. А в середине что-то мало. Думаю, не могу придумать, что добавить. То ли еще одно дерево добавить вот здесь, где-нибудь, или здесь. То ли что. Какие ваши идеи? Похоже, все заняты своей работой. Ребята, у вас получается? Есть какие-то вопросы? Так, ну вот я сделаю грибочки. Так, вот грибочки я еще прикрепил. Ну ладно, не буду больше ничего делать. Ну, пусто, значит, пусто. Ну, вот могу еще максимум один листочек вот так вот сделать. Я тоже сделал, типа, он летит тут ветром. Вы успеваете? Если не успеваете, то можете промолчать. Если не успеваете, то что-нибудь скажите. Все успевают. Отлично. Ну что, я сделал ветер, блядь, с листочком. Ну вот и все. Еще раз показываю, у меня получилось. Вот такая поделка. Спасибо, что пришли ко мне на мастер-класс. До свидания. Теперь покажите, что у вас получилось.